Жизнь вам кажется пресной. Улыбка судьбы всегда на вашем столе. Алло, не могу я сейчас говорить. Через 20 минут перезвони, все. Чего это они с ним делают? Томографию. А что это такое? Ну, мозги, нарезку. Завтра тебе тоже сделают. Так. Алтайский. Завтра нам выпрямят извилины и посадят клеить конверты. Беги, Алтайский, беги. Бардак. Могли бы решетки поставить. Ну, с Богом. Бардак. Фу. Эй, дядя, слушай, дядя, отойди, не заслоняй обзор. Давай, 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 отходи, не подходи.
Нагулялся. А? Нагулялся. А я уж тревогу собирался поднять. Маманя, выходит, я действительно того сдвинулся. О, если б только ты один. Но если дату точно назвать не можете, то событие какое-нибудь яркое. Александр Павлович, было событие? Событие? Событие. Добрый день, Оленька. Здравствуйте. Здравствуйте. Больной? Больной. Глаза сюда-туда сделай. Нет, туда-сюда. Туда-сюда. Ага. Ну, ничего, вылечим. Поехал в мэрию. Занимайтесь. Какое событие? Ну, такое, чтобы не в память врезалось, а в душу. Было. Как раз заседание суда после праздников перенесли. Каких праздников? 65-я годовщина. Годовщина чего? Как чего? Великой Октябрьской революции. Вот как раз эта годовщина мне в душу и врезалась. Прекрасно. А она, простите, когда была? В ноябре, конечно. А почему не ноябрьская революция? Так, летоисчисления разные. А в каком году она была? Как в каком? О 17-м годе речь. Октябрьская революция произошла 7 ноября 17-го года. А развели меня как раз через 65 лет. Спасибо за справку. Не надо будет в словаре рыться. Честно, вы разыгрываете меня. К сожалению, я серьезно. Ну, хорошо. Точную дату мы определили. Получается, ноябрь 82-го, так? 11 ноября 82-го года. Ощущение, будто это было вчера или позавчера. Так, а дальше? Естественно, напились с ребятами из театра, где я раньше работал. Прямо в скверике у здания суда начали. А вот где закончили, ничего не помню. Доктор, а что со мной случилось? Ну, ничего страшного, хотя у вас очень сильная травма головы. У меня? Или у этого мира? Вы обобщаете, это хорошо. Нет, я вру. Я кое-что начинаю вспоминать. Смутно, правда, как сон. Дальнейшую жизнь? Нет, 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 не жизнь, вру. Планы на жизнь. Я же ведь хотел вернуться, попросить прощения. Ну, пасть на колени, в смысле. Перед кем? Перед Марусенькой. А Маруся, это которая до вашей теперешней жены Ирины была, да? Погодите. Какой такой Ирины? Вашу нынешнюю супругу зовут Ирина. Ирина? Ирина Валентиновна. Жена Ирина? Да еще Валентиновна. Я не понимаю, милая девушка. Сначала банкомат ваш просил меня на двух языках. Больше его не беспокоит. Теперь вы. Если вам неизвестен персональный код доступа, то деньги по этой карточке получить невозможно. Таковы правила. Свинство это, а не правила. Поймите. А я не хочу ничего понимать. Я хочу деньги получить со своей карты. Вот и все. А деньги... Ну, надо... Завели бы, не знаю, семейную карточку. Ну, счет открывал муж. Он мог же вам шепнуть цифровой пароль? Не шепнул. Хм. Значит, были причины. А вы мне не хамите. Я, между прочим, алтайская. Я поздравляю. Только помочь-то ничем не могу. Операцию по вкладам ведут не сотрудники, а компьютер. И что, ваш компьютер не может пойти мне навстречу? Ну, в виде исключения. К сожалению, компьютер не умеет ходить навстречу. Беспредел. Ажур. Полнейший ажур. По моей части, все идеально. Никакой патологии. Так что принимайте эстафету. Оленька Сергеевна. Огурчик. Да. Зеленый. В пупырышках. Слышите, коллега, ассоциативное мышление на мази. Как же на мази. 18 лет жизни, как корова языком слизнула. Они никуда не исчезли, Александр Павлович. Вы их прожили. Как? Полноценно. Насыщенно. Весьма успешно. Да какой кайф!
от такого успеха которого не помню. Это называется селективная амнезия, Александр Павлович. А это как называется? Томограмма вашего мозга. А, нарезка мозгов. А почему они такие маленькие? Бумага лимитирована. Чернила экономим. Приходится масштабировать в сторону уменьшения. Кошмар. Потроха куриные, а не мозги. Неужели в них рождаются гениальные мысли? Мы с вами заинтересованы в одном, Ирина Валентиновна. В чем? Ликвидировать пробку в его памяти. Тромб. А вам с этого какой интерес, извините? Профессиональный интерес. Человеческий, поэтому первое. Доброжелательный, спокойный тон, ровные интонации. А я, между прочим, только так с ним и разговариваю. Доброжелательно и ровно. Второе. Ни на чем не настаивайте, совсем соглашайтесь, Ирина Валентиновна. А это почему? Так надо. Ну хорошо. Я соглашусь с ним во всем. Тем более, он упертый, как баран. Не захочет, с места не сдвинешь. И, наконец, третье. Очень мягко, тактично. И лишь в контексте ситуации вы можете намекнуть на какую-нибудь приятную деталь из совместного прошлого. Деточка, ну у меня тоже какие-то методы свои есть. А вы меня так инструктируете, как будто это не я, а вы с ним прожили 15 лет, ну. В данный момент и не вы, Ирина Валентиновна. На что это вы намекаете? Арифметика. От 18 отнять 15. До вашего замужества года 3 еще, наверное. Ну, это мы еще посмотрим. Удачи. А я здесь вас подожду. Гули-г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 ули. Цып-цып-цып-цып-цып. Александр. Цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып. Александр. Потише можно? Вы мне всех голубей распугали. А ты что, меня совсем не помнишь? А мы что, встречались раньше? О, Господи. Александр, а ты помнишь это платье? Мы договорились сохранить его с тобой навеки вечные. Ну, вы договорились, вы и храните. Да мы с тобой договорились. Помнишь, тогда в порыве первой страсти ты не мог разобраться с крючками и порвал его прямо по всей спине. Но так все начиналось. Послушайте, послушайте, дама, вы прекратите этот спектакль. Какие крючочки, какая спина? И вообще, зачем мне ваше барахло, женщина? Женщина? Ну не мужчина же, в конце концов. Лепечете о какой-то страсти, тряпку под нос суете. Тряпку? Парк большой, вот и идите. Куда? Куда подальше? Александр, а может, ты под психо косишь, а? Чтобы избавиться от меня? Может, ты актерствуешь, сволочь? А? А? Ирина Валентиновна, ну нельзя так. Пойдемте, я вам сейчас все объясню. Нельзя так, Ирина Валентиновна. А ему? Ему можно? Я неделю без сна. Ему можно топтать память? Самое святое! Пойдемте, я все объясню вам. Не вина это его беда. Пойдемте, Ирина Валентиновна, нельзя так. Да лучше мне повеситься на колосниках, чем жениться на такой истеричке. Здравствуйте, снова в эфире телекомпания БАК ТВ и я, Алексей Стукачев. Мы находимся рядом с городской клинической больницей имени Бухмана, куда после тяжелой аварии попал известный телеведущий Александр Алтайский. Состояние больного на сегодняшний момент по-прежнему остается нестабильным.
Впрочем, может быть, об этом нам лучше расскажет его жена Ирина. Ирина, расскажите, пожалуйста, как себя чувствует Александр Алтайский? Да, встаньте. Ирина, убери камеру, расскажите, как... В каком смысле? Как себя чувствует Александр Алтайский? Я тебе плохо объяснил, что ли? Ну. Убери камеру, я сказал. Коллега, блин. Где сюда? Ну мы же просто делаем свое дело! Ну, быстро! Просто делаем свое дело! Ну-ка, брысь! Оставайтесь с нами, телекомпания БАК-ТВ. Господи, до чего я дожила? Орала на больного человека. Объяснимая. Как последний стерву. Объяснимая реакция. Это заговор. Оставайтесь с нами, телекомпания БАК-ТВ. Круто. Он не помнит последние дни своей жизни. Не помнит. Лучшие, между прочим. Ничего страшного. Он не любит тебя, а ты не любишь его. И самое главное, чтобы он поскорее встал к камере и оскалился. Все остальное не нужно. Оказывается, нужно. Он мой. Да? По-моему, ты ему изменяешь. С администратором. Забыла? Ой, ну при чем здесь секс? Причем здесь секс? Что я могу создать из жеребца? Что? А из Алтайского я создала улыбку судьбы. Да ладно! Все твое творчество только ради бабок. Один голый расчет. Да, да, и это тоже. Между прочим, это честно заработанные деньги. Я, между прочим, соавтор. Только все почему-то об этом забывают. И ты, и Александр. Все. И держите меня за какую-то склочницу. Давай сейчас не будем собачиться. Вспомнит все твой Александр. Прекрасно вспомнит. Это его сейчас накачивают всякой гадостью, а очухается, все вспомнит, как миленький. В крайнем случае, мы ему напомним. Мечтатель! Когда? По графику съемок! Через 2 недели, кровь из носа! По графику? По какому графику он выпал из него? Правоохранительные органы ведут поиск террориста, который сегодня днем захватил заложников в детской поликлинике, а затем скрылся. Александр Павлович, разрешите представиться. Наша палата по соседству. Носков. Замминистра Министерства вторичных ресурсов. Совершенно верно. Счастлив познакомиться. Александр Павлович, вы бы мне вот тут вот не подписали. Ну, мол, Носкову, на добрую память от Алтайского, с наилучшими пожеланиями. Меню? И это я должен подписать? Я же не шеф-повар. Ну, бумажка такая попалась под руку. Ну, смотрите, под вашу ответственность. А то, не дай бог, у кого-нибудь отравление, заворот, кишок. Я ни при чем. Александр Павлович, ну кто вас может упрекнуть? Многие, многие. Вот скажите, замминистр, дерьмо, да, это вторичный ресурс или первичный? Вторичный. Но технология переработки еще не разработана. Но разрабатывается? Безусловно. А почему вы спрашиваете? Да я вот смотрю телепередачи по всем каналам. Вижу столько дерьма вокруг. Ой, Александр Павлович, из всех щелей прет. Все, Борис. Открой дверь. Зачем? На нервы мне действуешь, я поеду на метро. До вашего дома еще метро не прокопали. Значит, я поеду на метро до своей московской квартиры. Да? А где ключи от квартиры? Да. Ключ на даче. Ну и все, сиди и не дергайся. Все могло быть гораздо хуже. Что может быть хуже? Что? Все, что угодно. Вот и у меня обливается сердце кровью. В стране бесконечный кризис. А вокруг столько всего из-под носа уплывает. Вся таблица Менделеева. А что, если из этого дерьма извлечь все полезное и продавать?
Японцам, американцам. А, они нам высокие технологии, а мы им это самое. Нет, не совсем так. Не это самое, а элементы этого самого. И что, если нам, когда мы выпишемся из больницы, организовать дочернюю фирму при вашем министерстве, а прибыль пополам? Александр Павлович, министерство не вправе фирму учреждать. Разве? Да. А. Своим скажу, ну не поверит, лежал самим Алтайским, а он меня разыгрывал. А разве мы лежим? Ну мы сидим. Ну так и говори, я сидел самим Алтайским. Это уже не смешно, Александр Павлович. А я не шучу. Разве? Разве. На сердце тяжесть, больно. Ты еще и посторонней женщине нахамил. Стыдоба. Так, 207-006-64. Точно. Извините, вы как замминистра персональный телефон имеете? Имею, конечно, Александр Павлович. Понимаете, по общей сети как-то звонить неудобно. А? Вы не позволите воспользоваться? Звоните, конечно, звоните, пожалуйста. Звоните. А, спасибо, благодарю вас. Не-не-не, Александр Павлович, у меня там референт женского пола. А? Сейчас, секундочку. Жду и завидую. Так, это когда-нибудь прекратится или нет? На стоп. Да не ори, дура, это же Алтайский. Все, я ухожу. Александр Павлович, вот мобильный, ведомство платит, звоните, пожалуйста. Все, ну, простите. Что? Здесь же нет шнура. Ну, не нужен, это мобильный телефон. Вот вы берете, набираете нужную цифру, да, вот окей, и звоните. Александр Павлович, извините, у меня женщина начинает. Спасибо. Маруся. Ну, допустим. Здравствуй, Маруся. Это я. Кто я? А я уже не знаю, кто я. Совесть поимите, а первый час ночи. Есть. Она существует. Так, описать надо номер. Носков! Она есть! Она существует, моя Маруся! И я не такой сумасшедший, как мне казалось. Александр Павлович. Что, пожар, что ли? Горим, да? Горим. Все горит. Все пылает в душе. Что горит? Что полыхает? Помогите! Ну что, куда ты? Пусти меня! Пусти! Носков, убери руки! Пусти! Друзья мои! Носков, душа, дай поцелую! И вас поцелую! И вас поцелую! Санитарий! Да куда ты, дурма? Любовь моя! Куба! Доброе утро. Доброе утро. Доброе, ласковое утро. Угу. А вот это вот я не понимаю. Что именно? Ну, а зачем вы из меня опять сделали мумию Рамзеса? То ли первого, то ли второго. Так вы вчера буянили. Кто? Вы. Я? Да. А, было, было. Ну, побуянил чуть-чуть. Но ведь на радостях, ей-богу. А позвольте узнать, на каких радостях? А вот развяжите меня, и я расскажу. А вы больше не будете? Не-не-не-не-не-не-не. Вулкан страстей выплеснулся и затих. Теперь я ангел во плоти. Угу. Спасибо. Спасибо.
Ольга Сергеевна, я сейчас. Подождите. Эх! Улыбаешься. Получается алтайский. Ух, твою мать. Шляпочку-то где раздобыли? У вторичного министра одолжил. Кстати, осторожней. Шляпой можно травмировать шов на темени. Ерунда. Счастливого человека травмировать невозможно. Даже бульдозером. А я счастлив. Маруся. Маруся. И вы считаете себя нормальным человеком? Абсолютно нормальным советским человеком, российским. Но ведь не было в вашей биографии, Александр Павлович, никакой Маруси. Была. Где вы с ней познакомились? В театральном институте, где вместе учились. А какая разница, где, когда, с кем? У меня, наконец-то, амнезия. Я буду с вами предельно откровенна. Ваша Маруся – это просто фантазия. Защитная реакция. Просто бегство. Бегство? От чего? От каких-то стрессовых ситуаций. Вы имеете в виду аварию? Да и в аварию-то вы, может быть, попали совершенно сознательно. Сознательно? Вы хотите создать себе совершенно другую личность, понимаете? Свободную от былых ошибок. И создаете в себе вот этот вот формальный миф под названием Маруся. Диссертацию никак пишете? Пытаюсь писать. Да, а я кролик. Нет, вы интересный случай. Да никакой новой личности во мне нет. Этих фантастических раздвоений и прочей белиберды. А Маруся есть. Вот вы хотите, режьте мне черепушку надвое, по второму разу. Включайте меня в розетку вместо утюга, я не отступлюсь. Успокойтесь. Больному с таким диагнозом обычно не требуется ничего, кроме заботы и ласки. Да не требуется ничего, кроме заботы и ласки всему населению страны. А что вы молчите? Любуюсь. В этой шапочке вы очень элегантны. Правда? Угу. Надо ее у министра попросить насовсем. Скажите, я сейчас улыбаюсь? Улыбаетесь. Выписывать надо больного. Чем скорее, тем лучше. Нектар Наркозович, отделение превратилось в Брестскую крепость. Работать в крепостных условиях невозможно. Или вы выписываете, или я перехожу к профессору Коновалову в Бурденко. Давай, Юра, без ультиматумов. Госпожа Алтайская утверждает, что пациент неадекватен и требует расширенного обследования. Частично съехавшая крыша отношения к хирургии не имеет. Это дело психиатрии, как, впрочем, и сама госпожа Алтайская. Что скажет психиатрия? О жене или о муже? О нашем пациенте. Я бы с удовольствием его понаблюдала. Сколько? Ну, месяц-другой. Психиатрия сошла с ума. Ольга, вы же понимаете, что эти сроки абсолютно недопустимы. Я понимаю. Но вероятность того, что его возвращение домой сгладит отклонение, крайне низка. Тем не менее, будем возвращать. Точка. Поведенческие крайности – это не наш профиль. Да любой институт схватится за него, как за манну небесную. Вот и дайте направление. Приложите к выписке завтра с утра, чтобы все было кончено. Сажайте знаменитость в перевозку и прости-прощай. Даже не так. Юра, я прошу тебя, отвези его лично. Я тебе за этот подвиг такую операцию доверю. Чудовищной сложности. Договорились? И гора с плеч. Опа. Прошу, Александр Павлович. А куда вы, собственно, поедете? Я же вам сказал, домой, то есть на дачу. Вам? Нет. К вам. А вы что, адрес знаете? Ну, разумеется, ваша супруга еще не знает о выписке. Это ей сюрприз от Нектара Наркозыча. Он сам с ней не рискнул разговаривать. Моя супруга? А куда же денешься? Подозреваю, не все так просто с этой супругой. Да, супруга все очень непросто, Александр Павлович. Не случайно же вас сам везу, чтобы с рук на руки в избежание скандала. Но общаться с ней не буду. Увольте. Высажу вас рядышком и сразу задний ход. Документ у вас в пакетике, пакетик у вас
в руках. Прошу. Действительно. Я брожу по осколкам души, пробуждаясь от воспоминаний. Не гони ты меня, не спеши. Босиком глажу острые грани. Перелочки, перекрёсточки растерялися. Себя собирать переулочки, да в какой бежать. Бас, баса, басана, басана, да. Плачете, что ли? Ага. Да чё ж плакать-то? Если вы твердо встали на путь выздоровления. Красиво все вокруг. Дома, машины. Как в Копенгагене каком-то. Почему в Копенгагене? Ну или в Цюрихе, где доктор Плешнер забыл на цветочки поглядеть. Простите, я не понял. Фантастика, я говорю. Как в США. А-а-а. Так радоваться же надо, Александр Павлович. Не могу. Эх. Чужое все. А я домой хочу. А мы едем домой. На дачу. А, дача — это миф. А я хочу на бывшие свои 16 квадратных метров. Куда? Куда-куда? 82-й год. Ну бросьте дурить, господин Алтайский. 82-й год давно закончился. 100 лет назад. Для вас 100 лет, а для меня 2-3 недели. Его, наверное, снесли. Не могли. Дом остался. Дом-то на века строили. Хочу взглянуть, как там жена-то после развода. Что, еще одна жена? Первая. Взгляну одним глазком. Думаю, не выгонит. Не, Александр Павлович. Вы уж лучше потом гляните. Только не одним, а двумя глазами, но своим ходом. Да тут рядом. Метро Лермонтовская. Шеф, гони на Басманную. Нет. Ну я тогда выпрыгну. Закройте дверь, я вам говорю. Да я здесь рядом, ну на несколько минут. Закройте дверь, я вам говорю. Ну на несколько минуток, ну. Ну не больше. Хорошо. Хорошо. Шеф, на Басманную. Александр Павлович, поторопитесь. Ага, хорошо. Здравствуй, Том. Слушаю. Алло. Как слышите? Прием. Вы к кому? Как к кому? К себе. Я здешний, Алтайский Александр. Заходи. Ага. Ты гляди, прямо он. Я ж тебя по голосу узнал. Что, не узнаешь? Зазнался? Ну, личность вроде знакомая. Да какая личность? Я дядя Леня из 34-й квартиры. Саш! Дядя Леня! Родной! Дядя Леня! Ну, присаживайся, присаживайся. Я тебя тут всем жильцам рекламирую. Да? Да. Я все передачи твои смотрел. Жильцам говорю, это наш.
Видишь, куда забрался? А я думал, что ты это... спился. Нет, зачем? Я завязал. Да? Да. Со всех сторон закодированный. Как вот наши эти политические катаклизмы начались, я завязал. Интересно стало, чем все это кончится, а, Сань? Сиди здесь. Для тебя. Сейчас сделаем. А ты же первый съехал еще до общего переселения. Говорили, тебя какая-то дамочка пригрела, а? А из-за твоей комнатухи тут такая драка началась. А Маруся? Какая Маруся? Моя. Не было никакой Маруси. Я всех жильцов помню. Ей-богу, не было, ну. Ну, поверь мне, мне-то ты веришь? Тебе верю. А вот как ты первый съехал, тут новые жильцы понаехали, бронированных дверей понаставили, телекамер тут. Весело живут. Страх, как весело. А ты куда? Тать Лёнь, можно я по подъезду пройдусь, посмотрю? Ну, для воспоминаний. Ну иди, вспомни, вспомни. Только если собак гулять выводить будут, ты сразу к стенке. Псы у них лютые. Время лютых псов. С другой крыши. Девочка, а что ты тут делаешь? Ты чья? Я сама по себе. Сама по себе гуляешь по крышам? Я никогда не гуляю. Я жду появления полярной звезды в дневном режиме. Замечательно. Какие умные дети у нас растут, а? Есть кому передать эстафету? Слушай, девочка, а ты не могла бы спуститься и подождать минут пять меня там внизу? Нет, дядя, я не могу спуститься. Но вас понять могу. Что ты можешь? Ну-ка быстро отсюда! Я понимаю, как вам страшно. Интересно это, чего же я боюсь? Жить, умереть. Нет, я не боюсь, честное слово. А я боюсь. Чего? Многого. Кишки ваши на асфальте боюсь увидеть. Да, это да. Мои кишки на асфальте мало приятное зрелище. Или, например, мне больше всего страшно от того, что мы такие маленькие. Ну ты-то пока маленькая, а я-то довольно большой. Я про другое. Мы, например, маленькие в большом доме, а большой дом
маленький в большом городе, который тоже маленький на земле. Так погоди, погоди! Земля-то ведь большая! Она тоже маленькая в Солнечной системе, а Солнечная система пылинка в галактике. И таких галактик бесчёта. И получается так, что нет ничего большого. Нет, есть! Что? Ну вот ты, например, самая великая, самая грандиозная девочка на свете. Почему вы так решили? Ты только что спасла одного человека. А если в его глазах, в его дурной башке помещается весь этот идиотский мир со всеми его галактиками, значит, ты спасла целое мироздание. Скорые, откройте! Ну, и где он? Наверх пошел. Вспоминать. Наверх? Ну да. А я пост не могу оставить, нельзя. А ты не боишься проворонить свою полярную звезду? Я? Нет, вы не провороните. А мне-то она зачем? А вдруг понадобится? Ты права. Всякое может быть. Вдруг действительно мне понадобится полярная звезда в дневном режиме. Господин Алтайский, издеваетесь, да? Значит, вы! Да! А? Да вы что? Держись, гад! Прошу прощения, но кажется, я втянул вас в переделку. Ему кажется. Жалко, вас вытащил из астрала. Сука вы, Александр Павлович. Да я знаю. Таких сук еще поискать надо. Не найдете, не пытайтесь. А тут где-то девочка была. А мальчиков и случайно кровавых не видели? Мальчиков не видел. А, держись, гад! Мне не хватает еще твои ошметки супруги доставлять. Позвольте, а че это вы не хрякнулись-то? А че это я должен хрякнуться-то, если я стою? На чем? Пока не знаю, но на чем-то твердо. Это буквы. Реклама. Слово. Да, вначале было слово. На том и стою. Опа! Ну вот, приехали. Благодать. А? Благодать. А что? Неплохое местечко. Да. Доктор, а вы знаете, доктор, вот в прошлом веке я халтурил на эстраде. Так. Читал монолог Антона Павловича Чехова о вреде табака. И там есть колоссальная фраза. Если муху посадить в табакерку, она непременно умрет. Да, муха умрет, умрет. Она скончается в табакерке. Подождите, подождите, это вы к чему? Я ведь не психиатр, ребусы не разгадываю. Нет, я не знаю почему, я не знаю почему. Просто я вспоминаю, роюсь это памяти. Инвентаризирую. Во, а вот это вот хорошо. Вот. Ну вот, ваша калитка. Где? Вот. А чего? Хорошая калитка. Всех благ. Спасибо большое. Да не за что. А вдруг что-нибудь хорошее получится, а? Батюшки. Шеф приехал! Да подожди ты! Вовремя. Александр, Александр, наконец-то. Господи, они все-таки тебя выпихнули. Ну ничего, главное, что ты дома. Дома.
Ну ладно, бога ради. Оставь эти шутки за калиткой. Ирина. Ирина. Ирина, Ирина, твоя жена. Тебе уже лучше? А, можно отчество? Валентиновна. Ирина Валентиновна, вы простите, Христа ради, за то хамство возле больницы. Ну ничего, прости. Шеф, вы прямо огурчик, а? Кто это? Твой коммерческий директор. Администратор. У меня отродясь никакого администратора не было. Как это не было? Здрасте. А зачем мне персональный администратор, когда одного достаточно на весь коллектив? Простите, простите, это я... Меня занесло. Да несет, не без этого. Врач велел начать с восстановления связей. Ирина Валентиновна, у нас была какая-нибудь связь? А если была, то какая именно? Thank you.